Здравствуйте, меня зовут Ирина Правдивцева, я актриса. Улыбающаяся актриса. Хорошо, что актриса, потому что если бы человек улыбался вот так вот в другой профессии, наверное, бы к нему возникло бы больше вопросов. А когда актер улыбается, ну, это нормально. К сожалению, шумит дорога, а может быть и к счастью, потому что жизнь имеет тенденцию к движению и шуму. А что я могу сказать? В прошлом у меня спорт профессиональный. Это выработало некую дисциплину. Дисциплину определенных принципов в жизни, определенного поведения. Это отсутствие алкоголя, табака и прочих каких-то других веществ, за исключением кофе. Я кофе люблю, да. Актерским мастерством занимаюсь профессионально, в театре играю главные роли, снимаюсь в кино. Очень люблю свою профессию, но также у меня такое количество энергии, что ее необходимо куда-то отдавать. Так как съемки не каждый день, извините за тряску, я в очень красивом месте, кстати, сейчас покажу. Съемки не каждый день, поэтому нужно делиться энергией. Потому что вот в такие руки что придет? Ничего. А вот в такие, когда отдаешь, когда делишься, вот в такие вот придет.